История, в общем, настолько, поскольку мне всегда нравилось выделяться, у меня сережки стояли, наверное, уже лет 17. Вот, в 18 я переехал в Москву, и получилось так, что сережки стояли у всех. Пришлось прокалывать много ушей повсюду, ушей, и не только. Вот, к чему я? Хотите, я вам покажу самый безболезненный, но дико выглядящий экстравагантный пирсинг. Когда я только открыл его для себя, я не знаю, я в нем привык и спать, и есть, и что я только в нем не делал, конечно. Огромнейшая ошибка была каждый раз, когда ты заходишь в Макдоналдс и просто ленишься снять ее. Как кусок бургера заходит под эту уздечку, и получается полный пиздец. А, так о чем я? Да ни о чем, вот, блядь, клыки показываю.